Комиссия по подготовке к детскому летнему отдыху провела обследование лагеря «Албасадорф», расположенного между селами Верхняя и Нижняя Албата. Представители всех служб совместно с заместителем председателя районного совета, а также примаром села коммуны Верхняя Албата осмотрели пищеблоки и три корпуса лагеря. Административный блок, систему канализации и водоснабжения. Один из основных недостатков, который должен быть устранен к началу летнего сезона, это частичный ремонт пищеблока. По результатам сегодняшней комиссии было выявлено, что пищеблок «Албасадорф» нуждается в замене окон дверей, в замене поверхности столов, рабочей поверхности, в замене настенной плитки, напольной плитки частично, подъездной путь, где поставляются продукты питания, также нуждается в ремонте. Ежегодно летний лагерь отдыха «Албасадорф» принимает в сезон порядка 480 детей. Чтобы подготовить лагерь для комфортного и качественного летнего отдыха, комиссия выявила необходимость благоустройства прилегающей территории, а также выполнить в срок ряд дополнительных работ. По корпусам необходима частично замена плитки, необходима покраска, побелка корпусов. По системе канализации необходимо устройство выгребной ямы для третьего корпуса. Необходимо в третьем корпусе пожарная безопасность, устройство прачечной, закупка телевизоров 4, инвентаризацию системы водоснабжения провести, электричество. Примария выделила 100 тысяч лей на подготовку лагеря. Рассчитываем, что районный совет окажет финансовую поддержку. Мы обратились за этой поддержкой. Как отметил заместитель председателя районного совета Лазарь Терменжи, чтобы осуществить вовремя благоустройство лагеря, районный совет, в свою очередь, окажет помощь. Районный совет тоже будет помогать с своей стороны. В частности, у нас вот есть, у них тут кровати все очень в плохом состоянии. У нас объект есть, школа-интернат села Кортин, который вот передали, Министерство образования передало районному совету. И оттуда возьмем кровать, чтобы заменить. Ну, то есть работы предстоит нам много сделать. Но будем надеяться, что сделаем все в срок, и наши дети будут отдыхать. По результатам обследования лагеря «Албасадорф» до 16 марта комиссии будут выданы предписания. До начала открытия летнего отдыха будет проведен повторный контроль на готовность лагеря к официальному приему детей.